Всем доброе утро, ребят. Ну что у нас сегодня? Как обычно, утренний обзорчик акций. Что интересного есть? Может, завезли где-то праздничного лиса уже. Лиса. Сейчас посмотрим, что у нас интересного есть. Начнем с русского сервера. Так, базар приз обновление, базар пак обновление. Прям куча паков. Так, разбиватель яиц. Ничего такого интересного. Парящие у нас вряд ли поменяли. Да, скорее всего, будет как с Мэри или с Бардом, я уже не помню, с Бардом, по-моему, на следующий раз завезут. Так, временный день замка владельца, волшебная кузница. Специальные цветущие бонусы. Охотник за богатством опять завезли. Оккультист, Бард, ледяной феникс. Не, здесь нету. Здесь нету. Бинго. Ну, на русском сервере единственное, где можно было достать, это в кузнице. Так, истинная вера, охотник за богатством. Интересно, кто-то отсюда телефон выиграл? А, вот лис. Вот где его можно получить. Алис, Барт, карточки. Ну, я не знаю, сколько здесь надо попыток слить, чтобы его отсюда вытащить. Но вот этой акции он есть. Так, хорошо. Большая выгода. Зефир 100 осколков. Сокровищница. Ну, в сокровищнице 100% его пихать не будут. Препарат рост. Кто? Барт, мне показалось. А, повелитель бури. Так, настолка есть. Может, в настолку запихнули? Нет, нету. Барт, Мэри, дуэлянт. Так, плюс 500, это хорошо. Блин, ну вот это, конечно, улыбает. Запихнули. Так, 1 плюс 1, цветущий, бинго. В охотник за богатством запихнули и героя. Ну, я не знаю, может, кто-то и достанет, кто играет. Тут шанс, наверное, такой, что... Хотя на русском это проще. За сколько? За каждых... Бонусные не учитываются. То есть с большого пака 5 попыток. Хоть бы перевод полярный лист сделали. А, сделали. Ну, вот так вот. Так, атака форту у нас доступна. Завтра, надеюсь, мы завтра увидим, опять повеселимся. А, вот призрачный, смотрите. Полярный лист уже так продается на русском сервере. За 5 больших паков его можно собрать. Что у нас еще есть? Набор накопления. Набор накопления, в принципе, тоже довольно-таки неплохой. Как для русского сервера. Удивили реально, что они запихнули сюда леса на выходных. Такое было, я не знаю, не помню уже, сколько времени прошло с того момента, когда запихивали героя сразу же на русском сервере сюда. 5 больших паков. Ну, не знаю, может, на русском сервере кто-то быстрее соберет. Поехали дальше. Я после вчерашних событий, после вчерашних тестов вообще разочарован. О, в геймплее игры то, что они обещают, то, что они делают, это просто небо и земля. Так,
Что на английском? На английском, кстати, нету. Вот так. На русском есть, на английском не добавили. Update pack. Здесь 100 осколков. Мэри. Причем новый герой в 2 раза дороже, чем Мэри. Это, блядь, бред. Даже не в 2, а в 4 раза. Логика AGG удивляет иногда. Вот, здесь сумки есть. Первые от 1 до 10, до 30 за накопление добавили. Так, понятно. Ну, на русском, я думаю, что по-любому кто-то словит. Ну, кто там донатит, там не заберут. Так. Скин дают. Ну, неплохой, кстати, коллекционер. Дискаунт. Дискаунт. Дискаунт добавили нового. Ярость небес. Так, карточка. Стром не поменяли. Но, кстати, надо посмотреть, добавили ли этот. Добавили шарик. На английском обменка есть. Ну, это бредовая обменка, шар есть. Так, 1+1. Магическая лаборатория, Fortune Hunter. Тоже, наверное. Да, тут тоже лис есть. Настолка. Дофига акций разных. Так, 1000 камней. И каминг, ну это я вам показывал, рассказывал, Accumulation Bonanza, Prospector, на английском, кстати, похуже будет, ну видите, на русском добавили, на английском нету нового героя. В общем, у кого будет на русском, пишите, сделаю вам обзор, на английском пока нигде нету, я буду, в принципе, ждать этого. Шарика оттуда вытаскивать, точнее острова, потому что ну, нету смысла на него додатить. Он сегодня-завтра будет намного дешевле. Так, а ну идем еще обратно на русский сервер. Хочу посмотреть на шар на русском сервере. Как обычно, ввели или не ввели обмен героев. Может, что-то свершилось, случилось. Не, тут здесь обмен просто кристаллов, понятно. Поехали на Тайвань. Да, здесь тоже видит только скины. Нет, ну единственное, русский сервер выделился. Но опять же вопрос, кто там будет донатить. Кроме топ-донатов, там никто, наверное, эту хрень собирать не будет. Такс, окей. С этим разобрались, поехали на немку еще глянем. Вот самый крутой здесь всегда, тут обмен и все. И сейчас, возможно, на немке, если запустили шарик, там должен быть обмен, но он всегда нестандартный. То есть, там все делают не так, как у всех, и очень довольно-таки интересные клюхи были в прошлый раз. Возможно, сейчас тоже будет веселым. Так. Вот нравится мне вот здесь, вот реально очень кайфовый. А не прокачек. Ну, через полгода, думаю, на остальных серваках завезут тоже. Так, с базар маркет. Нет, тоже нет. Ну тут обновятся, значит, акции. Через. Тут тоже нет. После 10, значит, здесь будет обновление.
Танкс. Алхимика. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Как видите, на русский сервер уже завезли. Возможно, мы поскорее его увидим. Ну, я думаю, на английский. И либо придется ждать остров, который будет где-то под конец месяца, который будет доступен на всех серваках, и там уже, как и на Тайване, он будет. Ну, либо день-два, завтра, послезавтра его будут продавать на английском, я вам тоже покажу. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.